очень интересная работа. Я бы хотела несколько уточнений получить. Вот все вот эти детальки, элементы, и бусинки, и все, они должны наклеиваться. Чем вы клеите? Да, мы клеим или клеим моментом, но с маленькими детьми лучше работать горячим пистолетом. Так. Он продается, это такие специальные палочки клеевые, и они уже прекрасно освоили эту технику. А вот для того, чтобы это все было вот такой, как бы горочкой плоско, хотя плоско тоже не будет хуже, мы просто или салфетки укладываем сюда, жгутиком вот так вот сворачиваем, и вот так вот наворачиваем такую вот горочку. Вот на эту баночку? Нет, от баночки только донышко. А горочку то... наворачиваем бумажными салфетками. На вот этот кругляк, на спил. Все, понятно. Можно скрутить. Да. А спил он высокий, да, получается? Спил, ну вот такой он... где-то сантиметров 5-6. Разные спилы бывают. То есть мы, как бы, люди не капризные, что нам дадут, на том мы сделаем. Вы знаете, какие мастера хорошие? Мы все время вспоминаем с детьми сказку, когда мужик из топора суп сварил. Да. Наши дети вот такие, они все могут. Тут даже пружинка такая маленькая. Маленькая пружинка, нарезанная банка. Нарезанная банка, видите? Вот эту же еще раз банку, можно потянуть? Вот эту банку, вот. Просто мы взяли, нарезали вот на такие пружинки. И то есть весь, можно сказать, вот то, что не нужно... То, что остается. Вся мелочевка. Даже половинки шишек, даже половинки ореха грецкого. А вот это вот картофельное очистки. Вот, покажите, смотрите, покажите роза. В камеру, это покажите, пожалуйста. Вот это вот картофельная очистка, розочка вот эта прекрасная, из картофельной очистки сделана. То есть почистила картошку вот длинной лентой и на батарею положила. Она высыхает, становится такой ребристой, фигурной, очень такую структуру хорошую создает. Это грецкий орех. Тоже рябенький такой. И а я не вижу. Его... В камере покажите, пожалуйста. Когда его покрываешь... Где грецкий орех? Вот грецкий орех. Ну, я орех. Не вижу. Вот, маленький передо мной. Грецкий орех. Вот так. Он, вот он. Вот, теперь вижу, орех, да. Вот. Теперь вот мак, мак. А это просто от пуговицы. Ну, все, буквально, все, что... Пуговицы. А просто, когда покрываешь золотом, то оно вот такой эффект дает. Все принимает. Понимаете? Да. Буквально все сюда идет. Вот. Это разбитый шар. Хотели выбросить. Давайте две половинки сделаем его с ракушки. Тут вот я даже говорю им просто для развлечения. Посчитайте, сколько здесь различных предметов. Да, здесь не менее 25 всяких вот таких вот забавных штук. Так что вот, рекомендую. Из ничего такую вот красоту мы создаем. А вот это еще соломка? Да, это соломка или травка. Соломка или травка. Травка. Просто сухая. Стрижем травку. Угу. Вот здесь вот не было мха, тогда нитку распустили, нитку. Да, нужны ниточки. Вот. Ну, я просто вот где-то нашла у себя вот такой кусок. Это будет такая поляна зеленая. Вот цветочек тут уже приготовлен. Ну, и здесь будут какие-нибудь курочки, петушки, пасхи пастись или что-то такое. А птичку вы шили, наверное, птичку шили. Поэтому я и заранее это готовлю. Занятия, чтобы они материал подготовили заранее, потому что в нынешних условиях и в магазин не выйдешь. Так что вот. Ну, спасибо, что заинтересовались. Удачи. Удачи. Да. И детям успехов. Да. Спасибо.